лучший полувиношерстный котенок выставки и становится третьим лучшим котенком второго дня выставки. Я представляю вам Honey Beauty of Marvelous Truth. Прекрасный ребенок, действительно прекрасный. Действительно удача призыва программы. И отнюдь не случайная. Потому что никогда не бывает случайностей в хорошем типе. Никогда не бывает случайностей в редком окрасе. И самое главное, каждый из нас знает, что никогда не бывает случайностей в любви. Best Short Hair Kitten, наш лучший короткошерстный котенок, становится вторым лучшим котенком второго дня выставки. Jasmine Empire of Cats. Британский длинношерстный нового окраса. Прекрасный ребенок, владелец. Звание лучший короткошерстный котенок и второй лучший. И мы поздравляем нашего победителя. Лучший котенок сегодняшнего дня с количеством баллов 110. Прекрасный Петербург, черный, пятнистый. My bonus pretty pleasure. Владелец Лазаревич Филита. Мы поздравляем всех наших прекрасных.